Друзья, хочу познакомить вас с каналом Selectra Mobile Legends. На этом активно развивающемся канале вы найдете геймплей топ-игроков с указанием сборок. Автор сразу показывает статистику игрока, чей геймплей вы увидите и его сборку. Переходите по ссылке и наслаждайтесь видео. А ссылка, как всегда, в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и новостной выпуск патча 1.3.32. Разработчики изменили внешний вид и эффекты рождественского скина Карины. Возрадуйтесь, владельцы этого облика. У Мии и Сайбера оптимизированы боевые эффекты скинов. К изменениям героев. Ханза. Исправлена ошибка, когда демон вытаскивал тело за пределы карты. Харит. Теперь во время ульты при обездвиживании не накладывается эффект замедления. Он накладывается по окончанию обездвиживания и уменьшили время действия замедления. Люнокс. Второй навык атака хаоса. Увеличены затраты маны на 10-20 единиц. Разработчики стараются сделать старт Люнокс чуть более сложным. Не думаю, что это сильно скажется. Кимми. Теперь магическое перо для Кимми работает наполовину. То есть дает не 40% урона от магической силы, а 20%. Я сразу говорил, привыкайте играть через физический. Гасен, первый навык. Теперь воткнувшийся нож не исчезает с очищением. Второй навык. Исправлена ошибка перезарядки, когда оно было прервано оглушением. Леоморт. Ульта. Исправлена ошибка, когда не видно было пути коня на легких настройках. Теперь к более интересному. Опять меняют лес и весьма кардинально. Лорд. Увеличивает силу, когда от игры пройдет 15 минут. Теперь Лорд Света, который идет по линии, наносит больше урона первой башне и может ее ненадолго отключать. Черепаха. Добавили количество хп на 50% и теперь она держится на карте до 8 минуты. Ранее ее заменял Лорд на 6 минуте. Теперь, после убийства черепахи, на игроков накладывается эффект бафа черепахи. Он дает вам каждые 1,5 секунды плюс 2% чистым уроном от максимального хп противника и замедление при срабатывании. Неважно, чем вы бьете, навыком или с руки. Эффект срабатывает в обоих случаях. По лесу и крипам наносится только 30 единиц урона. Что это дает? Больше урона по толстым бойцам и танкам и замедление по сквишам. Очень полезно, но не могу проверить, добивающему дается этот баф или всей команде. По логике должен даваться всей. Теперь бои за черепаху будут жарче, а приз бодрее. Пауку и смерти уменьшили рост хп, бить их будет проще. Кроме того, после убийства из них вылетают шарики с хп. Таким образом, исцеление и ману получит не тот, кто добил, а тот, кто подобрал, а значит танк, который вам танковал. Пока вы не получите баф, получит заслуженное исцеление, а это правильно, я считаю. Большеротому монстру, который стоит у средней линии, добавили скорость бега до 255. Теперь о линиях. Первой башне уменьшили хп до 3600 вместо 4600. В ранней игре, если башня на линии уничтожается, то следующая башня получает усиление физической защиты на некоторое время, что ограничивает ранний фаст-пуш. С другой стороны, трону добавили хп до 7900 вместо 6900 и увеличили реген до 165 вместо 120. Увеличили прирост хп и атаки пушки, которая двигается по линиям в пачке крипов на 40%. Теперь в боях 5 на 5 крипы будут бодрее бегать с 8 минуты, а не с 10, как было раньше. Кстати, теперь лесная экипировка не дает штрафа к опыту от вражеских крипов. Уху! Наконец-то увеличили роль лесника для нашей игры. Хотя у нас тут скорее полулесник. На их плечи тяжким грузом будет давить обязанность убивать черепаху и лорда. Небольшое изменение бафов. Теперь они стакаются до 2, но бонус второго бафа небольшой. Перечислю их все. Танки. Больше защиты от физики и магии на 3%, вместо 15 будет 18. Бойцы плюс 5% к КД навыков, вместо 15 будет 20. Убийцы. Пробитие увеличится до 11 и 25 вместо 6 и 20. Маги. Добавится немного магического урона до 21.35 вместо 11 и 25. Стрелки добивать...
стрелки, добавит всего лишь 2% к урону и будет плюс 12%. Поддержка. КД плюс 5%, будет 15% вместо 10%. Как видим, от стаков прирост крайне небольшой, поэтому по возможности отдавайте баф союзнику, если он у вас уже есть. Ах да, добавят фразу, которую мы сможем выбирать в бою. Простите, лагаю. На этом все, обязательно подписывайтесь и делитесь видео. Конечно, ставьте лапки, а то отрастут клешни. Всем пока.